Депутаты областного законодательного собрания собрались на завершающую сессию уходящего года. Парламентарии разбирались в законах, работающих не в полную силу, и вносили поправки в статьи. Основную часть повестки дня составили законопроекты социальной сферы. Сегодня я хочу назвать наиболее активных депутатов, сказать, что у нас по линии молодежи проделано, что у нас по линии социальной, очень кратко. Ну и в целом подвести итог года. Единогласно были приняты поправки в 4 и 5 статьи закона о единовременном денежном пособии гражданам, усыновившим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей будут выплачиваться опекунам за каждого ребенка, принятого в семью. Данная мера по 2016 году предоставлена была на 30 усыновленных детей, а на 1-12-17 года уже на 31 усыновленного ребенка. Необходимо отметить, что это самостоятельная мера поддержки. Деньги могут быть потрачены не на конкретные цели, а по усмотрению опекунов. Во втором чтении был принят закон, регламентирующий условия использования регионального материнского капитала «Семья». Согласно одобренным изменениям, с 2018 года 50% суммы сертификата можно будет направить на погашение ипотеки, ремонт жилья и расходы, связанные с оплатой медицинских услуг. Плюс к этому введены два новых направления – на обеспечение газом, светом и водой имеющегося или строящегося жилья и приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации детей-инвалидов. После анализа применения тех норм, которые уже в данном законопроекте вносятся, поэтому я предлагаю, уважаемые коллеги, принять данный законопроект во втором чтении. Претендовать на льготу смогут семьи, владеющие жилой площадью размером не более 12 квадратных метров. Виктория Шикова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.